Спина бифида представляет собой врожденный дефект формирования позвоночника у новорожденного ребенка. Внутри есть различные виды. Нервные волокна на задней части позвоночника могут выходить наружу через кожу или образовывать мешок с жидкостью, или позвоночник может продолжаться в виде двух позвонков. В таких случаях мы проводим реконструкцию позвоночника и амулета, чтобы защитить от менингита, и тщательно следим за ними в течение продолжительного периода времени.